165-я серия «Мурманск-Магадан» будет пройдена. Да, я начну ремонт. Будет пройдено 60 километров без малого. Как видим, заправками дорога не перегружена. Если я правильно помню, правильно видел, одна заправка всего. Яндекс.Навигатор показывает через 10 километров принять вправо. Интересно, что это за место. По-моему, это Хабаровская прямая дорога.
специально, что ли. Облака небольшие, чевые. Еще одна стоянка с левой стороны для больше грузов. Не увидев указателя с названием города Якутск, почему ее не поставили, не знаю, решил проехать до того места, откуда бы с уверенностью 100% можно было бы
повернуть на Якутск. Знаешь что, подруга, не поверю-ка я тебе. Да ты меня повезешь? Невер. Через 500 метров съезд. Поверните направо. Так, вот как ехать теперь до Хабаровска? Съезд, поверните направо. Нет. Поеду-ка я. 30 километров. Поедем по трассе Амур на развязку и развязка на Якутск. Или я что-то уже не понимаю. Проехал, наверное, еще с километр до мотеля «Уют», где я неоднократно останавливался, развернулся и уже с уверенностью в 100%, что не собьюсь с дороги, снова выдвинулся. Увидел знакомого уссурийского тигра. Вот. Но это символ, наверное, этого места. Ну, я в оригинале рассказываю об этом. Так что никакого сбоя в движении не было, просто для уверенности на 100% этот мой маневр. Так, вот сейчас у знака я, если есть там того знака, который показывал, съезд, поверните направо, уже нет. Ну, развязка все мне да, очень хорошую развязку сделали, слов нет. Молодцы. Дальше что? Ну, жду комментарии. Дальше пример. О трассе Лена. Начало.
Ну, пишите, спрашивайте, будем, наверное, беседовать на эту тему более интересно, более предметно. Пока от трассы Амур все сделано замечательно. Адрес 60, это трасса Лена. Но скоро начнутся сюрпризы. Развязка полностью изменила. Полностью изменила мою память. Селена. Вот уже примерно в этих местах начиналась щебенка, ну буквально в полкилометре от трассы Амур начиналась щебенка и невозможно было передвигаться. Но до конца еще трасса Лена не сделана. Душа радуется. Развязка была совсем другая. У меня шок от того, что я уже увидел. По такой дороге я еще в сторону Якутска не ездил. Да, впереди будет щебенка, я знаю. Вот, но уже связь с пользователями дорог. Когда я был в Якутске, года 4, может быть, больше назад. Шок от восхищения. Я просто в восторге пока. Я в восторге от того, что вижу.
было, я ездил, может быть, 5 лет тому назад. То, что стало сейчас, это для меня просто поразительно. Поразительно. Невероятно. Да, до Якутска, а там 1200 километров, по-моему. Все, дорогу еще не сделали. Даже по телевизору показывали. Идет строительство 100-километрового участка. У меня просто слезы радости. Слезы радости и восхищения. Те страсти, те видео, которые размещены по трассе Лена, где КАМАЗы по самой небалой грязи в ямах, нет ничего общего с тем, что стало. Ничего общего. Еще раз говорю, да, впереди еще будут большие участки. Щебенки. Да, где-то будет строительство. Так. Сразу обрадую, связи нет у микрофона. Вообще никакой связи нет. Не, ну, доктор, вы щепните меня, неужели это Лена? Ну, когда я ездил, я уже говорил в разных случаях, из 1200 километров, это процентов 10, дорога очень хорошая, замечательная, я бы сказал. Автобаны эти западные просто нервно курят в стороне. Но то, что сейчас...
Тут еще Хабаровский край. Граница с Якутией. Еще не близко. Я не перестаю восхищаться. Дорога, которой ходили легенды, что тут нет дорог, а направления. На тебе и стоянка тут. Автодор, надо будет тоже заснять стоянку эту. Начали немного дорожники, а то, что меня обрадовали таким, это выше всяких слов. Мое удивление, мое восхищение. Не буду я никого отгонять. Меня просто потрясает. Твою мать, вот за это, блин. Руки бы отрывал. Вредители какие-то. Thank you.
26 километров проехали. Это просто как в сказке. Так, тут осень начинает вступать в свои права. Заключил. А360, что это трасса Вена, федеральная трасса Вена. До Нижнего Бестиха еще далеко, очень далеко. По трассе Амур и ожидал увидеть ту старую развязку. Подумал, что навигатор тащит меня куда-то какими-то поздними тропами. Не поверил навигатору, Яндекс.Навигатору. Решил проехать дальше, вот до того места, где я развернулся. Там очень хорошее место для ночевки, кстати. Я планировал там как-нибудь остановиться, рассчитывал. Там остановиться, там тигр. Это чучело тигра. Ну, будет возможность. Не поверил своим глазам, проехал, вернулся. И вот просто, говорю, в состоянии шока.
за дорогой просматривают, вижу, что трещины залиты герметиком, битумом. Через 1.5 километра поверните направо. Что-то новое, блин. Щебенка, наверное. Сколько, интересно, проехало? 30 км, наверное, от трассы Амур. Со строительства, наверное. Тянут, видать, прямую магистраль. Показывал мою скорость. Рубин, кафе. Якутск, 1117.
начинается какой-то щебенка. Ничего страшного. Джалинда. Заправка тут есть, а ну-ка бензин какой. Бензин какой. Цена есть, нет. Цена не указана. 95-й есть или нету? Сейчас, по идее, должна начаться щебенка за населенным пунктом. Это была обычная история. Кончается населенный пункт. Начинается вон пыль стоит. Это
колеса. Конечно, чтобы прибить пыль, было бы неплохо дождик. 46-й километр. Дождик.